начинался мой путь в ЦСКА ВВС самарском. Играли, потом 18 лет вроде бы меня пригласили в Терек на просмотр, на сборы. Вот. И после сборов я подписал с ними контракт полноценный. И только после того, как переехал в Терек, я стал играть центральным защитником. Много собралось команд с хорошими игроками, подбор игроков стал хороший. Мне удовольствие играть в этом чемпионате, то что он намного вырос. Конкурировать можно с любым соперником, важно то, как настроиться против него. Во многом это очень влияет, сам настрой на соперника, на команду, ну и подготовка, конечно. Когда я даже рассматривал все варианты по Беларуси, мне именно симпатизировал Торпедо БелАЗ. Не могу объяснить, почему? Ну, мне нравится то, что у клуба есть своя база, то, что это клуб со своей историей, своими обычаями. Ну, если честно, мне хотелось сюда просто. Поэтому, когда прямо уже стал конкретный вариант переходить в Торпедо БелАЗ, вот, мы посоветовались, решили то, что перейдем сюда, другим командам скажем нет. Я думаю, чемпионат Беларуси все решает, конечно, и отдельно взятые игроки, квалификация игроков, и как и то, как ты настроишься на игру. Я думаю, настрой очень маловажен, потому что каждая команда может выиграть у каждой. В каких клубах я играл, здесь в Беларуси постоянно что-то получалось не так. Постоянно возникали вопросы с финансированием. Это было, ну, в каждом клубе такое было. Поэтому очень хочется уже что-то завоевать в белорусском чемпионате и показать себя с наилучшей стороны. Потому что в командах, в которых ты играешь, такие как Крумкачи и Днепро, ты думаешь не только о футболе, а это тебя очень сильно, можно сказать, напрягает. Очень хочется достигнуть Торпедо БелАЗ наивысших целях в этом сезоне.